Чикарика Маргарита! Всем привет, пацаны! Всем привет, дамы и господа! И сегодня у нас крутая заруба! Встретил я школьника. Всем приветик, пацанчики. И мы сразимся за денежный приз, кто быстрее съест. И есть мы сегодня будем кавказские хинкали, у каждого одинаковое количество. Острый чили соус. И тушенка, куриная мясная тушенка. Ого, острый малый. А, я охеревший. И по яблочку. На закусочку. Фух, блин. В общем, братишки, поддержите лайком. Кто не подписан на канал, просим подписаться. Мы для вас стараемся. Вы подпишитесь, поддержите деревенских пацанов. И проигравший бахнет рыбьего жира. Вот так просто открутит и бахнет его. За подписчиков. Ну что, давай настраиваться. Будем хавать руками. У нас для этого есть перчаточки охеренные. Ну что ты, Русланчик, готов? Включаем мясорубку. Как у тебя дела? Нормально. Нормально. У меня тоже нормально. Как у вас дела, напишите в комментариях. Ну что, готовы? Перед началом ставьте лайкосики и подписывайтесь на канал. Давайте, дети, пацаны, добьем эти 100 тысяч. Что вам это сделать? Просто нажать кнопку подписаться и все нахер. Да, потому что 70% смотрят без подписки. Да. Как было год назад 70%, так и сейчас, блин. Никто нас не слушает. Давайте сдвинем эту полосочку. Да хотя бы на 60% без подписки. И то были правды. Ну что, готов? Я готов. Я тоже готов. Танюшка, привет. Привет. Таня оператор, и она дает отчет, и мы начинаем. На старт. Только чили не забывай. Внимание. Яблоко тоже чили. Понял? Да ты жу. Яблоко вмакать тоже в чили. А-а-а. Да. Марш. Вот это вот заруба, жесткая. Тихо, тихо, только не давите. Вы себе усложнили задачу без воды. Школьник молодец, у него уже тарелка считай пустая. Димон, не отставай. Жестко. Шанс отыграть. Что здесь? Ибо, о, блин, это жижелье конкретно. О, блин, мне так пожрать пошло. Да? Понял? Считай, что холодец. Ух, блин! Да? Считай, что холодец едите. Вот школьник прошел, ты что? Бабгон. Молодец. Чили не забывай. Угу! Спеши кто-то. Свинюка. Фу, вот это реальная жесть. Жижелье. Ямана. Кошмар, как вот этот
тушенку едите с этим яблоками, пирамешку с чили, молодцы. Это жопа. Вот это школьник дал жару. Ничего, я просто не кусал. Нам и так захотелось. Стартанул хорошо. И финишировал первый. Что, нема ни хера уже, нема. Все? Все. Это жопа. А, вот это реально же жилье такое, Тань. Сними вблизи, пожалуйста, чтобы зрители охерели просто. Фу, такое. Какие ощущения? Ох, оно мерзкое. Залетело только так. Ам-ням. Ага. Аж мяукать начал. Не, ну вот это херню вот эту не покупайте, блин, нахер. Блин, не надо. Просто знаете, почему она невкусная? Вообще тушенка вкусная, но это просто дешевая тушенка, и она реально мерзость. Так что... Фу, блин, я как свинюка, блин. Маленький накушался, а? Нихера ты в натуре троглодит. Не, ну вот это я проголодался, потому что, блин, с утра не покушал. Косточка еще. Косточку глотай. Тут ты глотай, то я тебе... Как собака. То я как маленький тебе оставил, чтобы ты, блин, подкрепился. Русланчик поднялся, в золоте ходит. Понятное дело, блин, золото. Давай, блин, бахни, бля. Рыбьего жира, о. Тебе говорю, хер вам, это без рыбий жир. За ваше здоровье и за то, что вы ставите лайки. Ну что, жесткая? Фу, 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 что у меня во рту сейчас происходит? Фу, 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 что это за херня? Фу, Тань, фу, я не могу, мне надо попасть в рот, блин. Ну у нас тут, как всегда, подходящий момент. Колик выбирает этот момент. Так, Танюха, помешай, я попробую вернуть. Ох ты, ох ты. Во-во-во, вот тут вот. Да, да. Так. Сейчас, сейчас, минутку. Да, это жесть. О, Димон там отрыгнул. Ё-моё, пустой конверт. Ё-ка-мне, дядька, блин, у тебя что зря выиграл, а? Нахер оно мне надо, блин. Капец, вот это пустой конверт, блин. Тут все полные, блин, так что тут гроши есть, блин. Можно даже показать, если что. Вот, 50, 200, блин, и 100, блин. Ёкалы мане, блин, ты конверты, блин, какие-то, блин, дырявые купил, блин. А нахер оно мне надо, блин. Думал себе еще на пепси-колу. Хуй, я обрыгался, это жесть. Да? Хочешь бахнуть? Нет. Ты охереешь, Вася. Кто выключает? Фу, такая мерзость. Пушкин Таня, Александр Сергеевич, выключи. А, ну ж запашок пошел от этого. Кстати, попробуй, он... Тань, пахнуть. Не-не-не, ты шо, мне, ты шо. Ох, оно жесткое. Оно, давно уже. Ох, оно стоит. Еще 3 года стоит уже. Когда последний раз? Не, друзья, фу, я... Мы на Новый год, 6-го этого, не 6-го, а 5-го числа куплено было после Нового года. Как ты себя чувствуешь? Нормально? О, блин! Фу, ох, мерзкая. Ты шо, блин, у меня аж глаза запотели, нахер ты так делаешь? Что там малому выпало? Ничего. Ничего! Ты при бабках остался. Пустой конверт. Да! Не повезло, не фартануло. Да я охерел. Пацан к успеху шел. Блин, не дошел. У тебя вообще был план какой-то по съедению, как ты так быстро съел? То, блин, просто проголодался маленький. План был, и ты его придерживал? Да. Включал молотилки и херачил, блин. Все, друзья, мне хреново реально. Фу, блин, это жесть. Я сейчас буду рыгать дальше.
Фу, не пейте рыбий жир, нахер он надо. Всем спасибо за просмотр. Любим, ценим, уважаем. Здоровья вам желаем. На этом мы прощаемся. Я пошел. Ставим лайки, подписываемся на канал. И всем пока-пока, пацаны.